Акция «Новогоднее дерево в каждый двор» стала уже традиционной в городском округе. Ежегодно жители собираются вместе, чтобы нарядить праздничное дерево и обменяться новогодним настроением. Игрушки можно сделать самим, а можно взять уже готовые. Эту праздничную конфету Соня сделала вместе с родителями специально, чтобы повесить ее на новогоднюю елку во дворе. Там есть такой, который надо мотать. Молодец. Поролон. Поролон. И вы его завернули в праздничную упаковку? Да. А потом мы такие сделали брёшки. Высота елки больше 4 метров. Чтобы украсить верхнюю часть, родителям пришлось использовать стремянку. Ну а дети с радостью вешали игрушки на нижние ветки, попутно рассказывая о своих планах на новогодние праздники. Можно наряжать елку, она будет красиво стоять на улице. Можно делать, ну, иглу такую. Можно делать горки, лепить снеговиков. Праздничные елки будут установлены практически в каждом дворе городского округа. Украсить главный новогодний символ смогут все желающие. Достаточно вовремя выйти во двор. Стараемся в большинстве дворов установить новогодние елки, по возможности принять участие в их украшении. А елочные игрушки, мишура, гирлянды – все для того, чтобы у жителей было новогоднее настроение. Одна из центральных химкинских елок стоит в сквере «Юбилейный». Там можно не только полюбоваться на зеленую красавицу, но и покататься на коньках.